Что такое туберкулез? Туберкулез – это инфекционное бактериальное заболевание, которое сегодня исключительно передается через легкие. При разговоре, кашле, при пении могут образовываться и выбрасываться маленькие капельки мокроты. В них содержатся бактерии, которые возбуждают в наших легких воспалительный процесс. И этот воспалительный процесс может привести к образованию инфекционного заболевания открытой формы туберкулеза. Первые симптомы, которые появляются при инфекционном заболевании, это в основном сухой кашель. Часто он бывает связан и с кровью. Это безаппетитность и повышение температуры. Впоследствии к этим симптомам могут присоединиться другие важные симптомы, как потеря веса, безаппетитность, ночное потение. Если вы жалуетесь на кашель, который длится больше 3 недель, и у вас выше названные симптомы появились, то есть необходимость обратиться к врачу для обследования на почву туберкулеза. При этом врач будет решать в зависимости от вашей клинической ситуации, нужно ли делать рентгеновский снимок, нужно делать анализы крови или как провести дальнейшую диагностику.